Друзья, не повторяйте это на дорогах общего пользования, не превышайте скорость, ни в коем случае не выезжайте на полосу встречного движения. Я этого не делаю и презираю всех тех, кто так делает. Друзья, я не люблю быструю езду, мне это не нравится, это опасно, я все это понимаю, то, что это опасно для окружающих, это опасно, блядь, для тех, кто меня смотрит, потому что вы будете это повторять, но вы будете это повторять не только из-за того, что вы меня смотрите, вы будете это делать, потому что у вас к этому лежит душа, но в этом ничего хорошего нет. Я это делаю только из-за того, что это контент, только из-за того, чтобы вы заходили в мой магазин и покупали самые крутые духи, самые крутые ароматизаторы вот в таком флакончике. В общем, что, погнали! Сегодня у нас трасса М4, поедем до Джубки. Защита у него болтается, прям оторвется и прилетит, как мне когда-то от М4. Света, вы все правы, свет относительно нормальный, как видно глазами, на камере вообще ни хрена его не видно, это причем противотуманки, вот так сделать вообще на камере будет темень. В общем, кто занимается BLED лампами в Краснодаре, пишите, я себе поставлю обязательно за рекламу, скидочки там, ну в общем, обсудим, куда-то отправлять, в другой город мне предлагали. Так я не хочу отправлять свои фары, я хочу здесь по месту сделать, чтобы долго без фар не ездить. И не обязательно там вот эти BLED линзы, там есть еще, я так понял, лазер, джет, что-то в этом роде. Самые хорошие фары хочу себе поставить. Кто этим занимается, пишите, сделаем ролик. Стоит очень опасно. Останавливались.
стал обгонять и не стал вылазить передо мной, молодец. Дал объехать. Я обычно так же делаю, если, когда я еду с семьей и вижу, что сзади машина, это всегда видно. Если он подъезжает чуть быстрее, чем остальные водители, значит, он будет обгонять быстрее. Я всегда пропускаю и потом спокойно объезжаю. Никогда никому не создаю проблем, когда я еду спокойно со своим ребенком и женой. Быстрее ехать, хотя он может ехать быстрее, даже если груженный. Экономят они свою соляру, зараза, блядь. Нельзя. Я не знаю, зачем они сделали дебилизм. Хотя бы делиниаторы убрали. Сейчас не понял прикола, там гаишники стояли и никто за ним не поехал. Но я тоже ехал по этой. По идее, это не полоса для встречного движения, соответственно, это не лишение. Если уж на то пошло, по хорошему счету, это нарушение правил разметки. Понял меня с полуслова, что я хотел. Пипец. Свет надо менять. Что ж такое, надо газ в пол, походу, нажимать. Понимали, я сейчас приехал в Джубгу, в KFC, во-первых. Столько людей я тут не видел никогда, ни одного местного региона. Что-то все решили поехать в Бургер Кинг за кофе. В общем, я смотрю на небо, вижу звезду. Я люблю смотреть на звезды. Я смотрю, она двигается. Я думаю, блядь, что за херня? Меня глючит, что ли? Потом вспоминаю, что у нас сейчас спецоперация идет.
И это, походу, либо спутник, скорее всего, спутник, потому что медленно движется и очень высоко. Либо это БПЛА, ну, БПЛА вряд ли бы светился как звезда, как спутник. Атрибут — это вот мои ароматизаторы. Без них я не еду никогда быстро. Сначала помазал, чтобы от тебя приятно пахло, а потом заходишь в повороты и обгоняешь. Ух ты ж, БМВ, подлетаешь в воздухе. Кстати, он там пытается меня догнать, но я ехал одной рукой на шестой передаче, до сих пор пытается. Дуравчик, зачем же ты так? Или нет, не пойму, он там такой заряженный. И презираю всех тех, кто ездит по встречке. Не вздумайте вообще никогда это делать. Самое опасное, самое плохое нарушение правил дорожного движения. Хвосте, в поворотах отстает, но, блин, я тут не могу закладывать, ни хрена не видно дороги. Просто сука смотрит на вещи друг друга как зонкость. Я подожду значит, что вот на всех пропасть. Мою дерьмо как мажем на рублях бодрость. Как для приезжего 13-й корпус, как полетит на лазере и уйти с полной. Как убийство последний будет протянуть область. Передо мной спаникали. Если BMW полный привод, тогда ладно, очень хорошо идет в повороты. Я боюсь закладывать, когда сзади едешь, всегда проще за человеком. Знаешь, какую скорость все подобрать. Но достаточно хорошо идет. На полном приводе, он 100%. Там были припаркованные машины. Очень глупо. Вы, блин,
блин, на меня жалуетесь. BMW зацепилась, Рено сзади через встречку просто обогнала фуру, чтобы ехать за мной. На меня жалуются, я плохой, я гоняю. Тут, блин, таких отшибленных, которые едут через встречку, режут все тут. Выезжают под стоячие машины, их тысячи человек, блин. Я еду по прямой. И все. Вот поворот чуть не проебал, пока разговаривал. В общем, и BMW, и вторая машина отстали. Я сейчас буду более-менее спокойно ехать. Мне очень интересно посмотреть, что это за BMW был. И заехаться с ним по прямой. Потому что в любом случае может быть такое, что он сзади ехал на 600 силах и просто не нажимал газ, потому что я спереди. А то, что я от него уходил, просто, ну, вот я так часто за машинами езжу, держу дистанцию, и многие думают, что я просто не могу догнать, либо... Ну, короче, вполне возможно то, что Бэха делала так же. Поэтому подождем, интересно. Насчет моего света, он не настолько плохой. Свет среднестатистический, то есть как на всех обычных машинах, на которых стоит ксенон. Я могу вставить, если не забуду, фотографию, как он выглядит на фото. Просто видео у меня идет 60 кадров в секунду, 50. Соответственно, камера не успевает уловить много света. И выглядит это все не так. Тем более это фишай, свет расплывается. Вот, на фотографии там вообще... Я выложил в Телеграм к себе, и все подумали, что это билет стоят. Ну, я написал то, что поставил себе билет. И скинул фотку своего света. И все такие, ой, ебать, как светит, круто там этот. А это вот мой свет так светит. Но билет хочется, потому что у него пучок, он... больше ложится на асфальт. У меня уже линзы выгорели. Надо их либо менять, либо ставить вот билет модуль. Так, сзади там кто-то у нас едет. Кто-то едет. Но нет. Монастырь вообще прям очень жесткий. Кто знает, что это за монастырь, напишите в комментариях. Я часто проезжал, просто посмотреть на него, потому что выглядит очень круто. Стекло, теперь ветер слабее задувает, и то только когда сильный ветер на трассе. Раньше после 200 уже задувало. Починил стеклоподъемник, сзади сделал небольшую шумку, виброизоляцию. И, друзья, я всем вам хотел бы порекомендовать свои масляные духи, свои ароматизаторы. Выложу отзывы, все, кто у меня берут, становятся постоянными клиентами, потому что нравится абсолютно всем. Вот эта тема, это просто шикарная. Я не знаю, как по-другому объяснить, я плохо умею продавать, но, друзья, здесь афродизиаки, здесь амбра, здесь масло, здесь ничего вредного нет для вашей кожи, можно использовать. Поэтому заходите на мой сайт, заходите в мой телеграм-канал, там я буду разыгрывать эти ароматизаторы, в телеграм-канал, который именно по аромкам. Вот такие флакончики есть, граненые есть флакончики, есть флакончик у меня на... 4 миллилитра, это на 10 миллилитров. В общем, выбор уже большой, уже 3 аромата я сделал, они настоялись, они прекрасно пахнут. И скоро будут на спирту, чтобы можно было прыскать. Для тех, кто не любит масляные духи, потому что масляные духи, они не сифонят прям на всю улицу. Они мягкие, они для офиса, они для прогулок, они для интима. В общем, вы поняли. Те, кто пользуется масляными духами, тем зайдет. Залетит просто. Очень долго просто катятся в полосе, этот сам уйдет. Этот молодец, 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 спасибо. Вот так даже сделал. На самом деле ночью, когда едешь и кто-то
кто-то быстро едет сзади, это прекрасно видно в заднее зеркало периферическим зрением. Не обязательно смотреть даже в зеркало. Если ты не совсем, блин, дилетант, то ты 100% увидишь приближающуюся сзади машину. Это ладно, если бы свет был желтый, допустим, ну какой-нибудь, как на Жигули заводской, тогда да, не видно. Но когда на Ксеноне с противотуманками диодными ты едешь, тебя всегда видно сзади. Просто люди не хотят обращать на это внимание, в основном. Ну и в основном всем плевать, что ты тут несешься. Как бы у нас не Германия. С женой, с сыном, с родителями. Еду спокойно, занимаю правую полосу, еду по ней. Никого нет полево, я обогнал, перестроился вправо. Это же безопаснее, безопаснее для твоей же семьи. К чему вот это принципиально держать левую полосу? Ладно, там на М4, которая на Ростов, там часто правая полоса разбита зерновозами, которые с перевесом ехали, но сейчас с перегрузом. Уже перегруза не будет, везде рамки стоят. Ну, там, разрешили до 44 тонн на четырехосных, на пятиосниках там, 46. Но все равно такая нагрузка уже не будет. Портить асфальт, его отремонтируют, и он будет в хорошем состоянии. Наши едут. Я думаю, после этого жеста многие скажут: ебать, ты там долбоёб, там то все, почему ты за Россию? Возможно, потому что я здесь живу, я здесь родился. И возможно, потому что я знаю немного больше, чем 99% из моих зрителей, потому что вы знаете все, исходя от телеграммов, новостей и прочего мусора, который пихает вам, что с русской стороны, что со стороны Украины. Я знаю всю историю изнутри, благодаря своим знакомым, которые достаточно крутые люди и достаточно много знают. Вот, и поэтому я всегда буду за свою страну. Я знаю, что сейчас они все делают правильно. Да, это война, да, это смерть, да, это убийство, да, это страдают мирные люди, простое население. Но, друзья, по-другому было бы никак, по-другому было бы хуже гораздо нам. Поэтому, если вы русский и не поддерживаете свою страну, мне очень жаль. Очень много диверсантов, очень много предателей. Если бы не предатели, вся эта история закончилась бы гораздо быстрее и с гораздо меньшим количеством жертв. Но многие люди любят деньги и продали свою жопу, свою родину, твари. Поэтому вся эта история затягивается. До 130 я нажимал педаль тормоза буквально на 30%, и вот так машина останавливается. Это к тому, что многие думают, что о, большая скорость, не успеешь ничего сделать. Как минимум, здесь стоят очень-очень крутые тормоза. Также стоят в круг армированные шланги. Hell, мой друг и товарищ, занимается шлангами. Тормоза здесь просто, я не знаю, можно спокойно сравнивать с спортивными машинами, с учетом того, что сама по себе машина маленькая, легкая и с хорошей развесовкой, на хорошей подвеске жесткой, она останавливается. Ну, блин, крузак точно таким тормозам позавидует.
Друзья, с вами был Джоггер. Опять же повторюсь, ни в коем случае не нужно повторять это на дорогах общего пользования. Превышать скорость, выезжать навстречу, это неприемлемо. Я делаю это только из-за того, что нужно снимать контент. Другой контент никто смотреть у меня не будет, потому что канал изначально начинался на шашках. Я повзрослел, постарел, стал отцом, и шашки меня уже вообще никак не привлекают. Соответственно, остается более безопасный вариант, это трасса. И все это нужно делать для того, чтобы вы заходили в мой магазин и покупали премиум парфюм, чтобы вы хотя бы один раз купили, поняли, что лучше вы в России не найдете, с учетом того, что сейчас оригинала уже не будет, его не поставляют, все реплика. Но моя реплика получается гораздо лучше, гораздо полезнее для кожи, без вреда абсолютно. Также я добавляю феромоны, а ароматизаторы в машину вот такие никто никогда нигде не найдет, как минимум. Вот такой вот флакончик изумрудный, просто шикарно. Вон, посмотрите, синего цвета, сам флакончик тонированный. Запахи, самые лучшие запахи только у меня в магазине. Самый крутой ассортимент, я беру только то, что реально заходит. Если вы там спрашиваете, что выбрать, друзья, выбирайте что угодно. Любое, увидели, понравилось по цене, взяли. Я гарантирую, что вам понравится. В общем, с вами был Джоггер. Спасибо за просмотр. Не повторяйте, это на дорогах общего пользования.